8-летний мальчик, отравившийся угарным газом в селе Хаптагай, пришел в сознание. Он отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Напомним, вечером 3 марта житель села отправился на рыбалку с приятелем, оставив дома супругу и трех детей. Его друг поставил в гараж свой автомобиль и установил транспортное средство на режим автозапуска двигателя при понижении температуры воздуха. После прогрева система должна была отключиться. Вернувшись домой, хозяин обнаружил в доме тела двух детей. Входная дверь была заперта изнутри. Автомашина находилась в гараже с работающим двигателем. Мать погибших детей и их брат были доставлены в больницу. Медики педиатрического центра сделали все возможное. И вчера поздно вечером ребеночек был снят с аппарата искусственной вентиляции легких. В течение ночи его стабилизировали. И сегодня утром он пришел в полное сознание. Сейчас ребеночек сидит в сознании, активный. По маме, значит, она сегодня у нас выписана из больницы, из МАИ. Состояние ее стабилизировано, и до сих пор с ней работают психологи.